Если вы не знаете, как удивить своих друзей, приготовьте для них фаршированные шампиньоны в соусе баже. Для этого потребуются королевские шампиньоны, моцарелла, фарш. А для соуса мы возьмем грецкий орех, ускус-сунели, эмеретинский шафран и куриный бульон. Приступим! Для начала подготовим с вами фарш. Возьмем фарш. У меня говядина с курицей. Фарш добавим соль и перец. И все это перемешиваем. И отложим пока фарш, чтобы мариновался. И перейдем к шампиньонам. У шампиньонов нужно убрать ножки. Ножки не убрасывайте, вы их можете использовать в другом блюде. Теперь начиняем шампиньоны фаршем. Если вдруг вы не едите мясо, вы можете заменить фарш на овощное рагу. Перекладываем шампиньоны на противень и подрежем моцареллу. Моцареллу вы можете либо нарезать, как я это сделал я, либо натереть. Фаршированные шампиньоны отправляем в духовку на 180 градусов на 10 минут. И пока будет запекаться, приготовим с вами соус. Приготовим с вами традиционный грузинский соус баже. В блендер закладываем грецкие орехи. Добавляем эмеретинский шафран. Также добавим ускус-сунели. И добавим куриный бульон. Если вдруг его нету, можно заменить обычной водой. И добавим один зубчик чеснока. И добавим соль и перец. После чего можно все блендерить. Этот соус вы можете также приготовить с любыми другими блюдами. Сначала выкладываем соус на тарелку. Соус у вас должен получиться кремообразным. Соус распределяем по всей тарелке. И теперь выкладываем готовые шампиньоны. И украсим готовое блюдо микрозеленью. Если у вас нет микрозелени, замените на любую другую. Фаршированные шампиньоны с соусом баже готовы. Приятного аппетита!